Привет, друзья. Снова катаем рейтинг. Сыграл уже несколько игр сегодня. Все они не балансные. 1-2, короче, получается. Откровенно люди играют в один дип, господи, один ВЦ. Очень хочу, чтобы выпала какая-то игра, где сбалансированы силы. Чтобы можно было спокойно поиграть один на один с хорошим игроком. Не так, что у тебя 2 секунды на размышление. Иначе уже в бочину зайдет второй. Конечно, в такой ситуации ты не можешь нормально поиграть. Вынужден, ну, как бы на удачу уже идти в атаку. Вот. Ну и, соответственно, там может быть ситуация неблагоприятная как по рельефу, так и по заранее подготовленным боевым позициям. Штурмовать укрепленный район. Это, конечно, неправильно. Другое дело, когда есть время. Провел разведку, понял, что там сильная позиция, можно где-то как-то обойти, сорвать с удержания или артиллерии пострелять. Спокойно докачаться. А когда 2 минуты, то ничего этого недоступно из перечисленного. Ничего, сейчас затащим. Сейчас сыграю эту игру и пойду, наверное, уже обед готовить. Купил сегодня 3 щуки. Будет у меня жареная рыбка вкусная на гриле. И вареная картошечка. У нас в магазине прям продают сразу филе рыбы. Вообще не надо ничего чистить, париться, помыть. Сразу на гриль. 2 секунды и готово. Так, мы играем Пруссии против и Саксонии. Пруссия и Саксония. Поэтому и за Пруссию, вы сами понимаете, вариант дичи он только один, он известен. И мы будем играть именно так. На самом деле за Пруссию доступны все варианты, которые я тут пробовал. Как масса пики, ранний дип. Короче, все вот это вот все доступно. Ритары, много конюшен. Все это можно за Пруссию тоже сыграть. Но у Пруссии есть один маленький секрет. К
который нам и нужен, собственно говоря. На этот раз не будет быстрого дипа. Как ни странно. Что же будет, спросите вы? Всему свое время. Торопиться не надо. Мне главное, чтобы союзник держал удар какое-то время хотя бы. А то мне что-то как-то не везет с утра. Так, что у нас, где золото-то еще? Вот оно уже далеко. Посмотрим на союзника, чтобы всплакнуть. Всплакнул. И будем дальше играть спокойно. Пока план такой. Качиваем шахту одну. И берем вот этот тап. Так. Должно быть норм сейчас, по идее. Вот, даже нам нужно вторую фахту маленько подключать под этот умок. Так, готово. Однако по-прежнему мало еды. Не знаю, что с Пруссией не так, но еда не копится. Все. Делаем небольшой обмен. Качаем золото еще раз. Так, придется большой сделать обмен. Иначе мы будем страдать по населению. Вот большой обмен. Так, хватит это терпеть. Делаем ап на еду еще. Еще обмен. Приходится докупать крестьян, потому что без крестьян выжить сложно. Я еще доменяю, потому что мне надо прокачать последнюю шахту уже. Все, шахты качаны. Дип сейчас поставим. По safety reason. А заодно поставим несколько зданий попутных. Приходится докупать еду.
из-за нехватки Кристины. Не знаю, сколько это будет продолжаться. Вроде же все работают, но реально не хватает мне еды. Так. Делаем заборчик какой-нибудь. Из дипа я ничего не строю, да? Второй игрок. Чего никто не говорит, сидите, смотрите вот. Надо же говорить, пантера, ты нуб. Чего-нибудь строю. Это как? Непонятно кто. Ну что ж так шахта-то близко, прям к границе. Как вот ее огораживать теперь? Я должен. Так, ну что? Мне еще уголь не поставлен, да? Давай. Точнее, шахточку сейчас. Так, немножко домика надо все равно построить. Я думаю. И делаем ход конем, да? Как у нас шахта замечательно расположена. Так. Ну. Есть. Замечательный ап в зале. Чаем теперь шахты. Так, разменная монета 30 тысяч. Сделаем подковку. Получаем железку. Все, время мира кончилось. Кстати, что у нас? 40 этих получилось коней новомодных. Ждем очередную монету.
Часы. Хотя, мне кажется, каза века была бы профитнее, но учитывая, что мы вложились в подкову, это тоже пригодится нам. Мы не взяли это так даже. Очень странные ребята сами. Так, надо апта взять. Монету поменять еще. Надо казу западывать. Никто не нападает, стройся себе. Да. Так, ждем монету. Эй. Ждем монету. Берем скорострел. Если мы берем его, конечно. Так, надо бы как-то покачать, наверное, ниху. Блин, да что ж вы дома-то не сидите, а? Чего вы ходите тут постоянно? Ушел из жопной шахты, подлец. И так железо в стране нет, а он тут шахты вбьет. Так, ничем не остановился. 90 тысяч золота. Берем лопату или не берем, нет, опять идет, поэтому придется вложиться все-таки в прокачку юнитов. Теперь это опять местные. Что ж такое там? Кто придумал эти бойники? Не скажет мне. Короче, разбирайся там с Тайбершом. И не надо сюда ходить больше, пожалуйста. Ходит и ходит. Раз, дал по морде. Сколько нужно уже, да? Уже это никакие нервы не удержит. Так. Полечимся. Мы немножко качнули гусар все-таки. Еще раз подлечимся. Так,
еще надо. Золото надо. Ну нет, ну что золото надо. Это что, наемники, нет? Да, это наемники. Так, поставим шахту, наконец, законную нишу. Это золото не купится нифига. Так, ладно, поставим вторую казу. Я же лопату делал, почему мне не купится? Я понял, Господи, да за что ж мне это? Посмотрите. Почему вот это все встало? Почему оно не идет? Пока отсюда. Так, солнце возьмем себе, да? Так, синий спешит на помощь. Давайте мне попадать синюю стеночку. Это тоже пика, кстати. Не взял лопату. Ну, я не взял лопату. Я понял. Я-то думаю, в чем проблема с этими казами? Ладно, я их пожестче сделаю тогда, да? Вот такое дело. Мушкеты, наверное, будем делать. Все-таки они довольно жесткие, как никак. Так, мне надо мушку срочно поставить. Конечно, довольно дорогая. Все зависло, блин. Пошли, наверное, эти. Как они? Читы от красного пошли. Да? Ладно, читы так читы. Становимся. Ну, мы исходим из того, что мы ничего не можем строить больше. Из зданий, да? Но мы можем качаться на стульчик. Вот, и мы будем этим пользоваться сейчас нещадно. В частности, вот так. Пошли. Просто тупо на красном вот так вот. Коней на базе будем держать пока. И я хотел скорострел я взял. Можно еще вот так взять. Так. Лечилку, ну, я не успею. А вот это вот. Да.
было так пожестче, блин. Достроить он не успеет. Да, много подожжет на пушках, конечно. Поэтому так немножечко распушим. Войска-то. Наступающие. Да. Так, пушки есть. Две волны нормально будет. Я все посчитал, должно быть хорошо. Все-таки что надо там еды столько, ничего себе, вообще обалдели. Интересно, будет они носить эту баганую мельницу? Ладно, еды так еды, пожалуйста. Да боже, что мне, ты что, переиграл с ботами, чувак? Ну реально. Это не смешно. Кончилось железо неожиданно, немножечко подкупим, чтобы было нормально. Пока тут цели назначены, все хорошо. Садник взлот это уничтожен. Синий вышел просто. Золота. Все. Хип 495. Дружище, ну ты вообще. Можно ли победить башнями? Вопрос. Ну, что-то ли залагал, или он какие-то читы стал применять, что строительство прекратилось у меня. Да ни о чем вообще. Этот и то лучше развивался сильнее, мне кажется. Вот так вот, друзья. Ну, это не показатель, кто такой игрок. Ни о чем. Все, спасибо за просмотр. Скоро будут новые видосики. Пока.